Члены городской контрольной комиссии партии «Аманат» встретились с педагогической общественностью и обсудили основные приоритеты послания президента. После этого спикеры акцентировали внимание на важности предстоящих президентских выборов. Остаются выборы президента нашей страны, и я думаю, что мы, педагоги, примем самое активное участие в выборах президента. Почему? Потому что глава государства, всенародно избранный, он будет как раз отражать те интересы народа и притворять те основные, скажем, положения, программы, которые будут направлены на повышение благосостояния и качества жизни наших казахстанцев. Член партии «Аманат» Жолдасбек Балгабаев отмечает, что после президентских выборов в стране произойдут политические изменения, что побуждает людей обратить внимание на выборы. Предстоящие президентские выборы – это большое политическое событие в нашей стране. И те факты, которые указал президент в своем послании, говорят о том, что это необходимый шаг. И тот срок, который, на который идет президент, что он будет именно один раз – это большое событие. Все мы должны, как единым порывом, 20 ноября прийти на избирательные участки и отдать свой голос. От партий и общественных организаций выдвинуто 5 кандидатов на пост президента. Это Жигули Дайрабаев, представитель партии АОЛ, Нурлан Оэзбаев, представитель Общенациональной социал-демократической партии, Мейрам Кажекен, руководитель Института экономических исследований Международного научного комплекса «Астана». Кроме того, Республиканское общественное объединение «Национальный альянс профессиональных социальных работников» выдвинуло кандидатуру Каракат Абден. 6 октября на форуме народных сторонников партии «Аманат» была представлена кандидатура Касым-Жомарта Токаева. Василий Павлиди, Жанерке Тулен, Павел Соловьев, Тимирлан Салимов. Кокше Акпарат.